Да, блядь, это такой босс настоящий, маленький, нет. Вот на турнире, вот там вот посмотрите. Там все жопы делают. Там можно лапочку в сову по-любому спекнуть на сурке, да? Five, four, three, two, one. Сейчас вы ответите перед... Дай лапу. Пожалуйста. Дай лапу, Джим, на память мне. А, все. С тобой повоем при луне. Что-то там такое лапы не видал сроду, блять. Не помню нахуй, кто это написал вообще. Короче, и башим. Хилы, можете хилить квадрат? Перелетайте туда уже. Да, маг через 2 секунды, вон. Ссылка обычка стала простой. А, блядь. На квадрат, это, на балке. Да, я понял. Я, короче, тоже понял. Один раз какой-то рейд был. Думаю, ну тоже сейчас молния запрыгну, блядь. Как полетел мимо, нахуй. Думал, что, блядь. Там же фишка так есть. И... Можно вон по крылу корабля забежать туда и спрыгнуть, типа, если вдруг ранее. Нет, это, да, я знаю. Но сама фишка в том, что я, короче, знаешь, полетел, пролетел где-то, короче, чуть бы не упал. Успел второй раз нажать, это прижопно. Сколько раз? Короче, не пролетел, да. Я так тоже как-то спасался в Гере, блядь. Бомба скинула нахуй с корабля, я прыжок нажал. Да тут это, не помню, то ли Сацуна, то ли кто, блядь, там вообще под кораблем скакали они там, блядь. Я тоже как-то раз под кораблем был. Даже в трюм заходил, блядь, где-то. В текстуры, нахуй. Че, это был второй маг, да? Весь. Блядь, всех просто разъебывают на корабле, нахуй. Блять, вопрос на засып... А, вот кровь вампира, вижу. Два макроса Саня написал уже, блин. Наверное, последний маг будет еще. Четвертый. Блять, сколько раз хотел проверить эту хуйню, понял, короче, я зандалал, что, типа, понял, там ты включаешь режим восстановления мага или раги. А ну, типа, кто-то говорил, что пушка быстрее восстанавливается, да? Блять, сколько хотел проверить, так и не проверил ни разу. И про Баму то же самое говорили. Процитирую тебя, Андрей, слабый ты. Слабый? Слабый. А при чем ты это? А что нету, блядь? Ну раз бывает, наш слабый. Так, ну короче, я Грой вампира отдал, там подхиливайте. Сейчас уже это. Нет, взорвется. Не останавливается. Ебать, я ачивку получил на абордаж. Я люблю 16 кдпс бы дал на корабле с тобой. Не понял, почему он не восстанавливается, что ли? Ну что, в пушке, наверное, он протестил. А, понял. Монета, кольцо, блядь. Всякая параша. Кольцо хоть более-менее полезно. Все, я понял. Запускаю боксы, короче. Угу. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля бича.
Давайте это, давайте бабл нам. А шо? Нам не место просто нет. Мужик, я денег дам. Не, ну ты ж понимаешь, что я это выкинул. В смысле, ты в сумке? Ну, я удалил это все. Ну зачем мне это в сумке? Это 200 золота нахуй. Да, у меня 20к на бале. Ну, блядь. Где выкинь это? Сам, нажми там удали, где я туда. Блять, у меня таймер неправильный на там ДБМе, блять. Полинкуйте там, когда бой. На 18 секунд. А. На пулы, на войда, короче. Что, герус, блин? Да. Шаман, герус, не спи, блядь. Гера, шаман. Рори Сикс, прием. Работаем, работаем. Блядь, где ты там? Ну таунт нажимай, братан. Смотришь вообще? Ты чё, он убил кого-то? Чё он пиздит? 326 пока что держим. Я бы, конечно, ещё поспал, блядь. Да ладно. Нет, тут ДПС нахуище в этом рейде. Все на фул должно закрываться. 320 не, тысяч. Часы прикол, почему на 15? Нормально? Ты вообще был нормальным пацаном, теперь что-то опустился, блядь. ДПС хуйня какая-то. Как у моей совы, блядь. Женёк один ебашит. Красавчик. КГЗ без Т4, что ли? Вы все фросты, блядь. Галайнс. А, что-то если Галайнс, у тебя хуйня какая-то, конечно. Этот пал, я забрал, забери, ага. Проебал. Так, ну знаешь что, три метки, наверное. Чем, Андрюха, будешь танчить, да, уже? Умирать перестану. Короче, дал незыбку на рейд. Захильтесь, не уронитесь. Блять, если новый патрон уже полезнее будет. А что, ты его просто ушел или что? Я ебу, блять, я не знаю, помню, иди нахуй. Забери пал этого пидора, таунт нажми. Я меня... помню, он меня хуярит. Палу похую, ладно, ясно, нахуй. Пизду. Там забагался у него. Я даже на ДК ШП одного обогнал. Охуеть. Трогает везучий прям. Ой, еще и воля упала. Нормально. Все, Женек, тебе волю сейчас отдадим, будешь 20к давать. Баня, че легалась 12к? Ты че там залагал, что ли? Я АФК стоял. Ты че там залагал? А мне кажется, ты зря с этой Блада вот ушел. Да ты зря с Блада реально ушел. Играл в Блад. Я в Бладе меньше дам, блядь, любого анхолика и фаста. Да ну нахуй, не может быть. А чё у тебя случилось? Чё ты так мало стал давать?
У меня шмот, а я же на Балладика собирал шмот, блядь. Его убили. Играл, блядь, с ним фрастом играл. Вот для прыгайте нахуй. Пошли на чумку. Телепорт открыт. Не, не, нету осколка. Прыгайте. Забираю. Пошли, пошли быстрее. Можете скринить там. ДПС. Забрал там осколок, нет? Не, 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 то есть вы. А нет, вот в этом вся нет, проблема, нет. Когда твой спек в топ-1 ДПС всегда переапанный, а потом опускается до среднячка или ниже среднячка, то все, тильт. Да, пиздец. Бить неохота. Лучше типа, автокам, блядь, у меня чё? В бладике, у меня в бладике без шмот, только две шмотки добрать и все, фу, без блад, блядь. Сейчас будешь танчить. 13 фанов. Ну что, ты в бладе 18, как я не дал бы? Значит, КПК там опишешь, что сколько он там давал. У меня full beast retrix 17 тысяч довез. У меня нахуй бичи ДК ебаный, Т4 даже не апнутая, вот 18 300. Или сколько там? Без триксов, без нихуя, да? А, ну 18 100, ну ты. Хоть пары начали дамажить. Вот где войско у Сани на панели, блин? А, вот оно. Нахуя я его призвал, блядь? По тесте. Я вот сейчас только трэш заберешь с правой стороны, мне кажется. Да, наверное. В принципе, можно попробовать и не забрать. А, блядь, ебаная хуйня, таунтит его. Ну-ка. А чё, иди, верни блад. Нормально, тухлом, глянь. Нормально дашь, мне кажется. У тебя хороший шмот на блад. Да, сейчас, без речи, сейчас камни поменяю. Блядь, ну, гони, спекни с блады и докажи всем, что блады больше лучше всех. Он да все он уже камни поменял. Камни, блядь, у меня поменял. И чё, я в бладе в силе бегал и... Во печаль, блядь. Да вы бегали в силе, блядь, когда бладик еще был топ-1 ДПС. А, ну ладно. Я не знаю, ну блядь, ну... Хоть в селекте бегай, там, топ-2 был уже. Надо, блядь, играть. Кто-то бегал в ладу, когда не был в ладу, топ-2. Раньше ДК вообще хуй сосали в Т4, пока все ебашки. Чё же, я ж играл на ебаном. Да ну нахуй хуй сосали, блядь. Нормально вы дамажили, блядь. Да куда, когда в Т4? Да нормально вы дамажили. Топ-3 были, блядь. Локи, боливары, потом ДК. ДК дамажили в Т4. Нормально все дамажили. Не какая разница? Вот и есть, когда в Т4 все ходили, ДК ходил нахуй в Т9, инвалид. ДК лохи. Ну сколько нахуй? Сколько он давал? 11, 10, все. ДК лохи. Когда раньше другие давали 15, ебать, 14. Не проебитесь, давай, Рурсикс, ты дашь первый массей, когда будет касса. Ты там с той природой поставил, а Слава, ты вторым дашь. Да. Тем сил природы поставь, пожалуйста, твоя сестра. Просидел. На хп ворник. Тотем сил природы, блядь, или надо орать, я хуй знаю, где. Чё не а там девочка или мужик играет? Да без разницы, кто там играет. Я просто хуй знаю. Материть, блядь, да, да. До второго. Ну, будь в рейде, правильно в рейде? Есть игроки, все, типа, короче, ответственные люди за определенные моменты, все. Без разницы, кто там играет. Хоть и бабушка. Ну, на бабушку же не скажешь, блядь, слышь, сука, старая. Про бабушку было лишнее. Давай, тотем, нахуй. Твоя сестра, ты напиши что-нибудь, не ясно, нихуя. Ник у тебя просто женский, нахуй, поэтому такие вопросы. Если там потный мужик, ты нам скажи, чтобы мы, блядь, были спокойны, блядь. Волосатый мужик какой-нибудь. Если к шаману обращаетесь, говорите, пожалуйста, громче. Я во. Я же говорил, ребята, блядь, это девочка. Как тебя зовут? Привет, шаман. Ната зовут. Натали меня зовут. Натали? Это, ну ты ставила, да, тотем? Там просто, может, у тебя это... Ставила я тотем. Надо было поменять. Ну там, это, стрелочку нажать, выбрать тотем. Просто она пока выбирала там Лен, уже. Лена, школьник. Тема нужна на панели, быстро. Язык не устал. Все, понятно. Так ли за? Слава начинает, да. Сразу, если ты девушка,
Натали, все нормально. Милая моя дорогая, пошли, я тебя сдену, все дела нахуй. Андрюк, давай ленточку разрулим. Да нахуй это ленточка, блядь. Девочки, вот отдайте ленточку, нахуй вам ленточка. Не знаю, блядь. По времени будем ролить ленточку. Хорош, блядь. Еще мобы идут. Мобы. Ничего, сейчас на синдре главное отбегать, и все нормально тогда будет. Можно коня с лича давать. Да, где эта ленточка? А кому я кинул ленточку? Себе? Да, себе. Блять. Не проебать, а вот. Пошли. Блять, кому дать главное шмот разных? Кто там хочет? Кому? Сосу надо. Нет, у меня в инвентарь забит. Сука. Забегайте на тухлого быстрее. Не стойте кому, там в коридоре. Блядь, там... Шака, Флорис. Может мне. Бежим, там? Бежим, бежим быстрее. Где ты там? Ой, блядь. Руантин. Забегайте ну, да, сюда. А, ты, блядь, мне хлам этот ебанутый. Блять, Руанти, нахуй, ну поса пулять надо, блять. Время-то не дохуя. Бля, поднимешь бабу, ты что ты? Скажи этот... пугам, что все мы бежим. Ну, бахните, если мог кто-то бахните, пожалуйста, по рейду. Все под босса станете, взрываем все три сферы, и потом набираем ренжу, массе сдадут. Все под босса станете. Пипелок, а, ты тут? Пипелок. А там уже все, уже этот. Короче, дайте тьму. На счет три пуляем. Раз, два, а, три. Ебать, бомжей кто-то сдал, уже пнули нахуй. Не-не-не, бомжи не агрили. Да. Ну да, бомжи не агрили, это только, блять... Кто-то сагрил. Сука. Как вот, блять, наступит время таких людей надо хуесосить. Кто запуливает? Женёк. Женёк, это ты? Да нихуя. Кто с спорами в босса, зайдите ближе, чтоб там повесили. Кто со спорами в босса, садите. Там Мегалайт, Слеплопик, Ленточка. Ой, да, Ленточка. Короче, массивые отдали, массивые. Чё, отдали? Ну, просил. А что попросил, ребят? Вы чё, ёбнулись? Что нахуй? У нас тут суны нету, походу. Дайте бояр. А, ну давай. Лапочка, который идол. Тихо, да, да помолчи этот. А, всё, губительный газ в центре. Падает, круто, заебись. Так там РДД в центре, нахуй. На похую на этой РДД, блядь, ну, заебали пиздец, сейчас нахуй минуса будем давать, всё уже, нихуя не смешно, блядь. Просто ну, сейчас было 3 хила, один из них ДЦ. Просто мрите, блядь, быстрее заходите, нахуй. Спиной, спиной вставай к боссу. Спиной. И немножко нагнись. Чё, масрез есть у кого-то? 5 тел уже покинули. Давай, масрез. Масрез куда побежал? Вот тут, давай в центре. Поближе подойди. Давай, масрез. Саня, ты что, не в селе или что? Нет. Я всегда чем куда профани в хиле. В села спекайся. Да, весело, конечно. А лапочка, а ты что, не в хиле? Тоже. Почему? Сука, только сурка ты спекался. 5 хилов. Спекайтесь обратно все. Ну вы что, типа, поприкалываться решили? Времени дохуя сейчас проебать надо всем. Ставьте шкаф, сразу там 5 тел резнулись, бегут. Локи, шкаф, любой лок. Тыкну сумон сразу. Рыба естся, 10 секунд поели и быстро встали. Еще тыкну сумон. Следующего мазара сумоню, сумоньте дальше. Сумоньте, хули вы стоите просто так? Следующего фобуса сумонил. Я уже подхожу, может, взрослый. Другого тогда ДКшника. Так, Фло, Пикс, тебе пришел сумон? Да, вот он. Все, фулба, все тут. Рыба 10 секунд. Хавайте вести. Пока хавайте, да, нажимаем. А ДБМ будет, да, нет? Да, будет ДБМ. Никто не, блядь, не пуляет, блядь, не страдает, блядь, своей бомжами, хуями, блядь, своей дрочью. Так, все готово, можешь давать ДБМ.
форы поближе, Лексар, короче, ШП и попал. Прямо в босса зайдите, пожалуйста. Отдавай массейв, массейв отдавай. Профил рейда. Чё, на ренжу обратно встаньте. Все, убежали. РТД выбежали все полностью. Жми зеру. Наталья! Жми, пожалуйста! Надо, чтобы она погромче нас сделала. Как повторяете, нет. Так, это, Трори Сикс, ты чилишь, короче. Я тебе скажу, когда забирать, уже после эдкой будешь забирать. Длань жертвенности умеешь кидать? Тебе попрошу на себя кинуть. Плюс они там в рейд-чат что-нибудь. Ага. Меня слышно в дискорде? Да, да. Я завалял, короче, либо у меня... Ничего страшного. Я завалял. Ничего страшного. Готовьте массакруху, липалы. Давай длань жертвенности, Рулис Икс, по войду, по где-то пару. Ага. Давайте. Все, можешь забирать. Рулис Икс забирай. Хильте пала там на него перевешь частицу. Скажите, когда убьете, я перезайду, у меня, короче, картинка зависла. Да, хорошо. Ну, на ноутбуке бывает. Ну ты просто, конечно, пиздец дохуя. Чё, заходи, Женёк. Пошли быстрее, бежим на следующий. Кровь рольте, кому надо. Мне, блядь, твинки перегоняют. Но надо кому кровь? Да, за... да нет. Ясно. Есть кровь? Вы не кровь, если это, блядь, осколок. Нет, нет. Скажем. Пепелок сразу шкаф ставь, я тыкну. Тыкнем Фобуса с уманем, он пока оттуда бежит еще. Остальные там сразу можете расстановку делать. Тыкните в шкаф. Тыкну с умом. А какую расстановку, если это обычка? На расстановку на обычку. Так, Рорис Икс, водишь слизней. Нажимайте, да, быстрее. Женёк тут? Ты в игре? Да, на груди. Да, мне нужно было сделать пол. Понятно. Захожу. Сейчас еще раз суманем. Все, тыкну суман. Блять, какой был первый лут? Скажите, пожалуйста, там это кожа ебаная, да, падала? Там кожаные перчатки до хоста. Да просто же времени проебали. Так, Сацуны и Ролис Икс. Сацуны. Все, можно отчет давать. Я в альтабе иногда сижу, не вижу. Thank you.
РД, пожалуйста, стойте прям в боссе, не лутатели, а в урон. Больших только можно забрать, Русикс. Когда будет большой, как большого сможешь забрать, маленького похуй. Можешь свести, если надо. Мы, короче, тухлого в Гере за секунду до берсы убили. Один танк протопал, 4 хила. Большого забирай, Фрейда. Полужи бегать. Так, меловый, что не делил, типа, перелетел, не бил. Зачем ты поворачиваешь в рейд этого пидора? Отошли из лужи, отошли с лужи. Отошли быстрее с лужи, хули в лужи стоите, блядь. Ну пиздец, вы чё, ну... Братан, Рорис Икс, маленьких и больших слизней лицом на рейд нельзя поворачивать. Слышишь? Маленькие, соединитесь, на ком они стоят. Нихуя. Маленький на этих. Есть стать, твоя сестра, есть стать, Даня. Захильтесь. Давай, просил, дай им на хп. Большого забери с рейда. Лужи не стой, фридом поседай. Пиздец, вы чё нахуй, я вообще... Под ебалом не стойте, сказал, зайдите в босса. Вы, блядь, чё первый раз играете или чё нахуй, или слушать не умеете нахуй. Кули, блядь, сильно охуевают вас, и силы вместе с ними охуевают. Ну чё, ну угораете, блядь. 4 стака. Следующий 5-го не забирает, добьем босса, блядь. Слава танчишь 5-го. Угу. А там 3 ляма добьют, наверное. Упал. Кончайте вести себя так, короче, неадекватно. Там кран нажмите. А красный? Красный нажали? Забирай. Заведи, пожалуйста, кто там шарит в Локу. Локи, заведите, кто там с телепортом наверх подняться и... Давай, беги наверх, спускайся вниз. Когда эта хуйня запустится, телепортируешься. Вот, вот так. Где того лока в рейде, который за дверь портится? Там паука все равно без ударил, кто там из барлока был еще со мной. Саня, ты что, играть будешь? Есть время что-то сказать? Да. Есть тебе время зайти? Не, время зайти нету, пусть Слава сидит до конца. Этот, хотел спросить, если Слава завтра работает? Нет. Я четверг только на сутки иду. А чё? Поможешь личанам убить в десятке хм осталось убить только? О, да можно, а можно. Хрен. Конечно. То мы вчера подустали, уже троху синдру добили, лича. Но уже не добили. Ахиса у него, он был в первом рейде, нет? Ахиса, по-моему, ну проверь, по-моему не было. Я, короче, двух здесь кликнул, если еще. Короче, Ршама и Шипа. Каких? Я не знаю, я их первый раз вижу. А глянь, ник. Ники, ну. Пинки и алхимик скам какой-то. Как? Пинки и алхимист... Скам какой-то, блин. Короче, они ни разу в рейде все равно не были. Так им нахуй рейды не нужны, они сидят на личи 10 оп, я им пишу нахуй. Они трай дают там 83% нахуй
потерпел поражение, блядь, нахуй. Откуда у вас кадет столько, блядь? Ладно, короче, мне тут приставлю. Не вопрос, вам лихать, они тоже лихать. Нет, так мы звали, короче, час, у них был час. Либо зайти к нам в рейд, либо добить босса. Ну, они взяли, короче, это... Хуни страдали. Ну, правильно, ну что, молодец. Не, я вообще не против, молодцы. Тем более тоже иметь. Давайте 2 минуты перекур сделаем, био надо. У меня флажки 11 минут, может потом. Больше. Короче, я сейчас секунду смотрю, если кого добрать одного. А кто-то уходит? Один срочно ФК. Один срочно ФК ушел. Он. Даня Декс с вами в Дисе сидит. Он в рейде. На машине, блядь, было бы в рейде, нет? Не, на машине точно не было. С нами. Да, блядь, вы так всегда не уверены, типа, ну, забить на фармбосс, мы еле-еле рейд зелье собрали, то есть вообще людей с ЛФА добирать, что я сделал? Я, кстати, насчет Ахисы не уверен, ты лучше уточни у него сам. Ну, он сказал, что у него КД, наверное, с пулами свои. Значит... Не, он, значит, нет, с нами был. Он с нами был. А Аль-Делита был, короче, она? Да, 100% была. Ну, там же бьем 24, хули делать. Руанти ушел, я так понял, да? Ну да, ему там 10 минут надо. Так, Ролис-Х, ты в... Ролис-Х, ты в кухне был? У меня жопа горит от этого, блядь. У меня на 2-3, я ухожу, вы чего угораете? Нахуя тогда вы приходите в рейд? Я лучше человека сделал бы с ЛФГ, который пойдет, блядь. Кто уходит? Ну, пиздец. Сейчас еще кто-то уходит, что ли? Госпожа, ты тут? Не знаю, ты мне ничего не предупреждал. Да, ребят, я здесь пришел. Кто в туалет бежал? Ой, блядь. Кому там уходить надо? Шаншалон вот этот. Ебать. Он писал в 10, что он до 3 только. Он, да, он писал, я видел где-то хуйню эту. До 3, да. Ну, это... Трай успеешь или нет? Ну все, а это... Все, давай. Человека найду. Я пойду, сейчас я на машине, либо идет на рейд, либо он тоже идет с льды, блядь. Мы заебали просто. Че, давай Риан, типа как... Это... Он вернется же, да? Ранти вернется. А ты вместо кого хочешь? Вместо Шаклона уже взять? Челика? Пока Ранти АФК, возьмем еще на машину. Потом, короче, и Шаклон еще надо будет поменять. Он в другой группе, блядь. Ранти, на машину уже с нами. А, да? Сейчас Ранти пикается. Поставьте, пожалуйста, шкаф. Сейчас его там с места дропнем. А, ща минуту. Это, Саша, а он скинь, пожалуйста, в личку. Он не скопируется в 2 строки. Я в Дискорде кидал его флус вчера. Все же все знают, блядь. Есть такие, кто, блядь, что-то вообще не знает? Рыбу поставь, пожалуйста. Леха, я думаю, есть там люди. Фулбаф давайте по шаману, каску, лапы, пристабаф, всю хуйню. Шаман здесь все тут. Все, нажимаем, да, рыба 10 секунд уже поелась у вас. Короче, Рурисикс колбу хуярит, а ты танчишь босса. Да, да. Нано, шаман, ты готов? У тебя все бафы есть. Он думал фул, написал. Кидалова думал фул. Нихуя не понял. Да пошлите так уже, похуй. Это, паладин, ты пьешь в куклу, садишься, пьешь лужи. И босс не танчишь. Иди на босс этот, стол нажимай. Нажимай стол. Нажимай сейчас. Лапочка, походу его. Сейчас поешьте рыбу.
Давай, чтобы не было там хуйни. Давай, похота его. Сейчас 16 хотя бы накопится. Да, у меня нет масла. А, есть, подхиливайтесь. Есть. Босса только не спульте, уберите петах. Сейчас еще 8 накопится. Все, насчет. Давай отсчет. Милики, приготовьтесь. Подошли ближе. Хули вы с центра будете бить, что ли? Бить на единичку, кидать на ногу на двойку. И башим. 5 стаков на стакой троечки, чё ты бегаешь просто так? Алло, блядь. Все, лужи иди пей. Готовимся зеленого зергать. Зеленого выбираем, цель full DPS. Зеленого плюй. Ты плюнул? Надеюсь, плевок уже летел. Все хорошо. Добиваем зеленого. Лужи еще смотри, летят. Видишь, хуйня летит в рейд. Пей. Смотри, с профа летит хуйня. Full DPS, ничего не стопаем. 75 секунд, нормально. Тобой лужа допей, Владин. Да, допьет. Маленькая. Сейчас будет пельмени 3 секунды. От профа подальше РДД встаньте, вот они прям в вас летят. Видите, отходите от них. Нормально, не словил. Колба, короче, пишет 7 секунд, но я не знаю. Пока что здесь. Все, поставил. Отойдите. Милики, перед ибалом бегайте, не ловите эту хуйню оранжевую. Это же минус, блядь. Минус меткость. Кто там? Шаман отлетел, что ли? Красный РДД бьем. Бля, тихо нахуй, не флудите. Милики, давайте в красного переключаемся. Красного добиваем, помогаем. Так, колбы через секунду. Готовьтесь отходить от профа. Колбы отбегаем. Зеленый. Хуярим. Зеленого выбираем. На зеленого не бежать, отбегайте к столу к РДД. Все, сейчас РДД добьют уже, нормально. Не стойте так близко к миллизоне РДД. Давай лужи побыстрее, это самое, и здесь. Давай быстрее, и сюда беги. Колбы, секунда. Отбегать. Отбегаем, милики. Отбегайте нахуй, видите, он стоит, кастует, блядь. Красного РДД. Это что такое? Раз. Ну это шипа не побежал, но... А. Он тут наплюнул, он почти, наверное, на полпути его так вот. Ты этот, Рой... Ясно, нахуй. Я хотел помочь озвучивать, мне сказали помолчи. Я... А так бы я видел, что красный ЧП есть, я бы ему сказал. Рори Сикс, нахуй, ты... У тебя нормально все? Ты тут вообще? Он, блядь, лужи выпить не может, ты плюнул. Все, сейчас сделаем, нахуй. Да до этого тоже, когда он чуть-чуть... Встань в лужу. Встань в лужу, я спиной не... к боссу. Все, стой. Рори Сикс, ты тут напиши в рейд-чат что-то, блядь. Как у тебя дела вообще? Нормально или хуёво? Погодите минус. В инст только не заходите, забагается у вас все, если что, блядь. Напоминаю, там, бой в инсте. В инст не заходите, дела не покидайте. Сейчас я в куклу сяду. Госпожа, спекнешься, потанешь профа. Давай я в куклу сяду, попью в ДБ, а потом просто он с тобой побегает. Ну давай. Давай, да, давай так. Давай так. Блять, Рори Сикс, ты тут, нет? Он тебе написал, что он тут, он написал, что он тут. Блять, я не вижу. Где чат этот, нахуй? А, вот рейд чат. Че у тебя за проблема, блять? Ты в слизни не умеешь вовремя плюнуть или что, блять?
Пизда просто, нахуй. Ты плюнул, когда он уже добежал, блядь. Шипе тоже... Шипе, какой шипе это был? Тоже стоял, блядь. Или там уже, это, незамедленно было, нельзя было убежать там? Мозы, вот этот. Вот этот, да, шипе? Он шипе. Этого стапок и его и нас убил. Ясно, понятно, блядь. Все охуенно. А чё, масреса нет никакого? Ясно, побежал, блядь. Вставайте, бегите нахуй, не лежите, блядь. Короче, все... я не знаю, я лично не хочу дефать сейчас Рурсикса, но у меня такое чувство, что шипе стоял на месте, никуда вообще не делся. Да, у меня тоже такое чувство, блядь. Ну, я стоял на месте, он появился слизнюк, он уже пошел, тот мне плюнул, тот пока хачок долетел, типа, ну, да, шипе дало. Ну, а там, типа, помешает? была секунда, типа, чтобы он побежал, но он, типа, что, тоже за опозданием пошел, но все равно. А ты минус 200 это? По-любому я заслужил, блядь. Proof of Ham 2, тут не побежал. Ну видишь, так и бывает. Proof of Ham убиваю, а тут бывает стою, блядь. И как только слизень добежал, уже тогда тапки нажимаю, блядь. Так и бывает. Ты же видос снимаешь, ты можешь посмотреть, ты побежал, нет? Ну, блядь, мне надо просто останавливать. В принципе, да, сейчас я останавливаю.